симпатичная такая, у кого грудь позволяет так стоять красиво. Вот колоритная, красивая. 280 минус 30%. Интересно. И минус 30%. Это Бонита. Но обычно эта фирма, она как раз на мой возраст и размер. Бывают вещички классные. А тут срезано. Значит, какая-то фирменная. Даже догадываюсь. Вот такой размерчик. 30%. Классное качество такое. Очень симпатичное. И минус 30%. А это просто я взяла посмотреть, показать. Американочек. Хорошо. 330. Это 230 рублей она стоит. 230. Веселенькие штанишки, маленький размерчик. Не могу я, если вижу красивую тряпочку, не купить ее. Купила опять тряпочку красивую. Какой-нибудь коврик сделаю. Я постоянно меняю коврики в ванной, в туалете, под дверью. Я их не стираю, я испортился, выбрасываю, да и все. Я могу всегда сделать свеженький, новенький. Поэтому вот так. Поеду сейчас еще в одну заеду. В один секунд еще заеду. Чтобы не критиковали. Хочу снять улицу, кругом мусорники, вернее мусорные бачки. Заеду там, где 80% скидка. Все, до встречи. Пока иду на остановку, решила прогуляться в сквере. Какой сквер здесь красивый, уже чистят все к весне. Не знаю, мне не видно. Экран темный, днем не видно на улице снимать. Ну, я думаю, снимает. Дорожки уже чистенькие, деревья лишние пиляют, а сухие, видимо. Красоту наводят. Потеплеет здесь. Красота такая будет, травка. А то где-то у меня в видео попало, что сугробы грязные. Ну, естественно, нашлись ценители, эстетически оскорбились. Ой, березки какие. И на меня немного негатива попытались спалить. Поэтому думаю, ну сниму. Сделаю приятно тем, кто ко мне заходит в гости с позитивом. Пусть будет этим людям приятно. А те, у которых внутренняя удовлетворенность по жизни, ой, ну им, знаете, как говорила моя бабушка, недовольному свату хоть черта сраку, извиняюсь. Поэтому для тех, кому у меня интересно и приятно, я снимаю. И рада видеть у себя на канале. А те, кому просто походить, гадости поговорить. Ой, там такой красивый городок. Интересно, что я наснимаю, мне не видно. Совсем не видно, что я снимаю. Темный экран. Вижу и все. Так, ну все, пошла я на остановку. Поеду в тот секонд, который хочу. 80% скидки посмотреть. Там вообще бывают интересные вещички. Даже под, когда уже 10% остается оплаты. Поэтому... Мне кружево нужны красивые под винтаж. Потом мне нужны красивые расцветки тканюшки. Я охочусь. Так, машина ищет место, а я стала на свободное место. Все, пошла. А, место инвалидов. Блин, снимала.
заново теперь не получится пойти глянуть. Ну ладно, я потом покажу, я там просто присмотрела себе на переделку кое-что. Здесь сегодня 80%. Так, ладно, найду что-то интересное, буду снимать. А то так неудобно мне одной рукой громко говорить. Сарафанчики. Ладно, стоп, пока. Идейка интересная. Интересная идейка. Люблю такие брючки, курточки веселенькие. Сколько же она сегодня стоит? 56 рублей всего-навсего. И новая. Веселенькая такая. Доктора Нова. Ну, музыка не дает снимать. Это на вес, а это вот это. 32 рубля. Так. Ну какие же классные. Почему они маленькие? Ну вот было бы оно с белой вышивкой, я бы его забрала себе на юбку. Я хочу юбку собрать. Боха. Ну почему оно с черной вышивкой? Здесь сегодня новое поступление. Сейчас посмотрим. Одним глазиком. Просто одним глазиком. О, она детская, как всегда. Красота. Именно сегодня. 110. Да, да. Свеженькие, хорошенькие. Вещички. О, костюм. Костюмчик венчально-погребальный. 440. Основной национальной команды Погребняк играл в течение 6 лет. Он провел 33 матча и забил 8 мячей. Разработчик музыкальных программ создал песню из числа Пи. Она длится 1 000 000 часов или 114 лет. Для этого программист Канан Бекер взял первый 1 000 000 знаков Пи и получил ритм раз в 4 секунды и закреплять на каждой цифре исключаемый звук из библиотеки. Юбочка 500. Совершенно тут не видно. Ничего. 720. Вещички неплохие, летние, конечно. Народу тьма. Я смотрю, люди, не одна я такая, любят посмотреть и берут помного. Поэтому пользуются спросом секонд. Конечно, кто-то говорит бе, а кому-то в самый раз. Пойду куплю тебе фрукты и пойду домой. Покушаю, отдохну и буду заниматься своим любимым рукоделием. Всем пока, жду на своем канале. Кому нравится, подписывайтесь.